Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал «Алмазная мозаика в США». И в этом видео я хотела бы вам показать свою готовую работу «Красный амбар» от компании Art Minds. Законченная алмазная мозаика, которая называется «Красный амбар». Куплена она была в магазине Michaels, в физическом магазине Michaels, хотя и заказана онлайн. Это наш рукодельный магазин от компании американской Art Minds. Это новая компания, которая недавно появилась на рынке, и у них довольно-таки дешевые наборы. Оригинальная цена была, по-моему, $15, а я ее купила за 10. Потом они вообще, все эти наборы их были на сейле за $7.50. Ну, вообще бросовая цена даже на Алиэкспрессе, они, по-моему, дороже. Это полная выкладка круглыми стразами. Размер 40 на 50 сантиметров. Размер дизайна 40 на 50 сантиметров. В этот набор ходили только пластиковые круглые стразы. И количество цветов 25. Но вы, наверное, уже заметили, что я, естественно, заменила некоторые цвета на AB-стразы, даже на мерцающие стразы. А если точнее быть, то белый цвет я заменила на AB-стразы от Diamond Dots. Вы видите этот потрясающий блеск. Также желтые стразы и розовый цвет. И вот здесь в окошечке я заменила желтые пластиковые стразы на кристальные. Вот так вот получилось. Технически канва очень хорошего качества. Мне, честно говоря, она даже больше понравилась, чем у Diamond Dots, хотя она очень-очень-очень сильно похожа на Diamond Dots. То есть это полиэстер, тканевая основа. Но единственное отличие было в том, что когда я... Ну, вы знаете, он в рулон, естественно, свернут был эта канва, когда я ее купила, и когда я ее развернула, она сразу же выпрямилась. То есть канва сразу же выпрямилась. У меня никогда такого не было, чтобы канва выпрямлялась прям сразу же. Естественно, на тканевой основе. Вот. Даже у Diamond Dots какое-то время нужно, чтобы она выпрямлялась. То есть мне надо работать на ней, я не знаю, несколько дней, чтобы она хоть как-то выпрямилась. И это прям сразу же выпрямилась. Что касается самих стразиков, они были хорошего качества. Но, вот как Алекс говорит, да, мистер Diamond, они были пустые. То есть они очень хорошего качества, вы знаете, такие алиэкспрессовские стразы. Но проблема в том, что после того, как я вышивала, ну, после выкладки Diamond Dots, где стразы очень такие набитные, тяжелые, и они даже высокие, я бы сказала, то вот эти, конечно, ощущались, как будто бы они какие-то меньше, и пустые, и легкие. Но опять качество, я ничего не могу плохого сказать, я, может быть, выбросила 2 или 3 штучки всего, вот из всего этого набора, где там какой-то маленький брак был, ну,
прахом-то тоже назвать. Нельзя, пластик какой-то прилип на сторону к стразику, и все. А вообще хорошего качества стразы. Было одно удовольствие выкладывать. Также насчет липкого слоя. Это клей Poured Glue. Не двусторонний скотч, тоже отличного качества все. В общем, технически выкладка прям была идеальна. А что касается финального результата, ну, как я и предполагала, потом уже, когда начала выкладывать этот набор, ну, не прорабатывается, конечно, художниками и эти дизайны, ну, по крайней мере, этот дизайн, потому что, ну, видно пиксельность, 40 на 50 сантиметров, в принципе, ничего получился, но если бы этот рисунок был бы проработан, то получилось бы намного детальнее. В общем, как я не могу сказать, что я прям вау, в восторге от того, что получилось, ну ничего. Вот, у меня еще несколько есть от этой компании наборов. Надеюсь, что они будут более детальнее получиться. Вот, ну ничего, я уже купила рамку, сейчас оформлю и покажу, как она выглядит. Ну еще хотела бы показать три набора, которые моя дочка сделала. Это «Голубь мира» называется. А мы заменили обычные пластиковые стразы на кристальные, голубые. Что касается AB-страз белых, он так и шел, этот набор с AB-стразами белыми. В этом наборе «Рождественский венок» мы тоже добавили несколько кристальных акцентов, но все остальное, в принципе, не меняли. Этот набор так и шел со спецстразами. И последний набор – это вот этот пингвинчик. Оригинальной картинки у меня не сохранилось, но он также пришел только с пластиковыми стразами. Мы тоже добавили несколько кристальных акцентов. То есть все, что кристальные стразы вы видите, это мы заменили. Должны были быть обычные пластиковые. Но он шел с AB. И это подушка. Я даже не поняла сначала. Подушечка декоративная. Вот такие вот наборчики. Ну, вот так вот набор выглядит оформленный в рамочку. Рамочку я купила в Майклсе тоже. Там была... сейл, купи одну, а возьми вторую бесплатно. Ну, вот это одна из рамочек, которую я купила. В принципе, вот сейчас, когда на него смотрю, на этот набор уже в рамке, он выглядит намного лучше. Я поняла, что это такое. Наверное, вот эта вот белая штука, это провод, который замерз, на который снег навалило. В принципе, очень даже неплохо смотрится. Я на него сверху смотрела, и как-то он выглядел пиксельно. А сейчас, когда я смотрю на него вот так вот прям, да, прям на уровне глаз, в принципе, выглядит очень даже прилично, очень даже неплохо. И такое ощущение, что прям 3D, да, создается такое впечатление 3D, что забор ближе к тебе, этот дом, амбар дальше. В принципе, мне вообще-то нравится. Надо же, что делает другая позиция, да, и рамка. Вот. В общем, с этим набором все. О, между прочим, еще один момент такой в этой фирме. Они очень много этих стразиков насыпают. Очень много. Посмотрите, вот гляньте, сколько. Я даже их не открыла. 4 пакета. То есть, ну может быть, это потому, что я AB использовала. Но все равно очень много. Я не думаю, что я могла бы еще одну такую же картину вышить, но по крайней мере... как минимум половину этой картины я могла бы вышить с остатками страз. Очень много осталось. В общем, вот так вот оно выглядит. Мне нравится, в принципе. Вот. Ну и начну я работать над какой-то другой вышивкой алмазной мозаикой в скором времени, пока не решила над какой. Ну, а это прогресс моего набора по вышивке бисером. Чуть-чуть вот тут чуть-чуть прям только вышила. Так что... будем смотреть, что получится дальше. На этом все. Спасибо большое за внимание и увидимся.